Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь, и это уже 17 выпуск нашей рубрики Форд ФИФА последнего сезона, сезона Тотти. Итак, в прошлой серии у нас было такое нововведение, мы открываем в два раза больше, чем мы обычно получали. И не сильно таки нам это помогало, но мы еще взяли нововведение, что если нам выпадает икона, то у каждого игрока мы по одной ачивке все-таки убираем помаленьку. И в этом выпуске будет нововведение, вот так вот, новое нововведение, как бы это странно не звучало, но если все, что мы ловим, мы делим напополам, ну, умножаем сначала, естественно, и делим напополам. И половину мы открываем золотых игроков, а половину специальных. Такое у нас было в сезоне, когда мы икон ловили, но тогда нам это немного помогло. Но мне кажется, если мы будем открывать еще и специальных игроков, это нам как минимум еще поможет. В самом начале мы открывали 5 золотых игроков, теперь мы их будем открывать 10, ну и 5 специальных и 5 золотых в самом начале. Так, начнем с золотых. Первый золотой игрок. Нет, 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 нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну а теперь мы открываем 5 специальных игроков. Нет, 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 нет. И последний специальный игрок. Друзья, и Кильян Мбаппе нам выпадает 96-й, это его ТОЦ-карточка, поэтому нам остается буквально 10 последних игроков, и мы из французской лиги мы получаем карточку Тотти. Ну что ж, друзья, пока что вот так вот выглядит наша команда. Я поставил Алисона, который нам там просто по рейтингу выше, ну и Жорди Альбу, который нам тоже выпадала его ТОЦ-карточка, поэтому вот. Ну что же, осталось нам буквально немного. Для Мбаппе так это вообще 10 игроков из французской лиги, 24 бельгийца нам осталось для Кевина Де Брюйна, который у нас на скамейке запасных, и осталось 51 игрок хорватской национальности, мы получим Луку Модрича, ну и также еще остался Марсело и Давид Де Хея, которых мы еще даже не выловили. Переходим к первой игре Fortnite. Итак, друзья, занял я 33 место, пережил 67 соперников, за это получаю 34 золотых игрока. Ну что, друзья, 34 золотых игрока и 34 специальных игрока нас сейчас с вами ожидает. Начнем, пожалуй, с золотых, их у нас 34, поехали. Нет, 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 нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что же, а теперь переходим к 34 специальным игрокам. Нет, 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 нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, осталось нам 46 хорватов. Мы получим Лука Модрича 99-го. Осталось нам буквально один игрок с французской лиги, и мы получим 97-го Кильяна Мбаппе. И осталось 20 нам бельгийцев, и мы получим тоже карточку Кевина Де Брюйна. Ну, пока что переходим ко второй игре Fortnite. Итак, занял я 73 место, пережил 27 соперников и за это получаю 14 золотых игроков.
Ну что ж, друзья, надеюсь, сейчас мы все-таки вытащим Кильяна Мбаппе. Вы об этом знаете уже, наверное, по обложке. 14 золотых и 14 специальных. Так, поехали. Ну и все, друзья, первым же игроком, которым нам выпал, это Лосяна Диара. Теперь у нас есть Кильян Мбаппе 97. Нет, 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 нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что же, а теперь 14 специальных игроков. Нет, 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 нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк за Кильяном Мбаппе. Мы его добили карточку до Тоти. Также подписывайтесь, чтобы у вас кнопочка горела не красным, а серым. Ну и ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики. С вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.